нашла. Снимается все маски, голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия вышла у нее в ногах, как змея запутана. Змея. Защищаем Дацию защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Йоби-робот. Берем Дацию в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Дацию поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Дацию. Интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо. Что у нее там в ногах? Змея? Да, большая, толстая. Я даю команду. На счет 3 эта змея вылетает, летит в клетку тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Готова, она черная стала змея. Снимаются все маски и голограммы. Сущность пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Демон здесь. Считай цифры над головой демона. 13. И демон получает удар 100 тысяч герц. Да, будет так, а так и есть. Просит не бить. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Дацы под ногами. 3. Сканирует все 7 тонких тел Дацы. Находит все. Это не его змея. А чья это змея? Царя получил. Джина. Джин мимикрирует. Хорошо. Демон, я тебя неправильно наказал? Он говорит, вышел вперед всех и сразу же огребся. Хорошо. Я тебе отдам все лярвы, которые находятся в этом биополе, и эмоциональный фантом. Тебя устраивает такая компенсация? Да, устраивает. Хорошо. Направляю на Джина свой щит. Печать семи архангелов. Даю мощнейший удар, сжигая его голограмму и мимикрацию. 1, 2, 3, удар. Готово. Снимаю с него челму, все магические кольца. Все подключки, все, что у него есть магическое, все это переходит в соседнюю клетку. Серьги. Забыл. Он говорит, ты меня без штанов оставил. Я тебя не только без штанов, я тебя сегодня без жизни оставлю, Джин. Ты решил со мной поиграться, я тебя накажу сегодня за это. Я лишь показал, какие могущественные могут быть джины. Покажи, а ну-ка считай цифру этого могущественного джина над головой, Вера. 72-36. Золотой джин, да? Наполовину синий. Наполовину синий? Ты уже такой крутой? А я вчера с 9000-ным встречался, он был намного вежливее тебя. И без этого всего вот понта, без этих всех вот этих игр. Джин, ты не понимаешь, куда ты попал? Я сегодня отправлю тебя на дно Ледовитого океана, в твоем же сосуде. Ты хотел показать свое могущество, я тебе сегодня покажу свое. Ты хочешь поиграться? Давай. Я тебе отобью желание на все. Я же в твоей клетке. Ты забыл, что ты находишься в моей клетке. Находясь в моей клетке, ты меня уже устраивал. Уже вспомнил. Без челмы, без всех своих серьг и колец. И сосуд джина переходит тоже в эту же клетку. Он говорит, не губит джина. Все, поздно. У тебя был шанс, ты решил поиграться. Теперь будет моя очередь. Хорошо. Итак, у нас демон, джин. Кто там еще, Верочка? Посмотри, пожалуйста. Инсектоид. Инсект. Хорошо. Синий дракон и арахноид. Синий дракон. Считай цифру синего дракона. 1800. 1800. Хорошо. Арахноид, сколько ты находился в этом биополе? Он чихает. Хорошо. 3 месяца он находился. Чихает. Буду сейчас делать треверс и буду с ними разговаривать. Я даю команду тонкой копии Дацы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные. Не могла получить от них, возвращается к ним. Итак, арахноид 3 месяца сидел. Синий дракон, сколько ты находился в биополе? 2 года находился. 2 года, инсектоид. Есть у тебя инкубаторы? Да, есть. Сколько их? 1. Хорошо. Сколько ты находился в биополе? 6 месяцев. Сколько находился этот смешной джин в биополе? 1,5. 1,5 года. Демон, 13 герц. Сколько ты находился? 6 месяцев. 6 месяцев. Хорошо. Ждем окончания реверса. Готово.
Устанавливали фильтры золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Дация забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не взяли, до последней капли возвращает Дация себе обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Готово. Арахнует, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в биополе Дации, ничего не забывая, приступай. Но он сплел, а на голове как накидку такую. Иголки есть? Нет, иголок нет у него. Он сплел-то накидку на лицо, и вниз она идет по спине. Как каша в голове. Каша в голове. Затуманивал он ее мысли. Вот откуда идет это затуманивание Дации. Паутину снял, все. Переходим к синему дракону. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключая полностью, ничего не забывая. Приступай. Объясни, где стояли твои платы, как они воздействовали на ее физическое состояние. Третий глаз, синяя чакра. То есть ты ей транслировал картинки, да? Транслировал. Что да, ты... он ей транслировал картинки. Какие? Космос? Как ты летаешь? То, что ты видел своими глазами? Или что именно? Или ты какие-то знания давал, или как? Что ты забирал, что ты давал, я хочу понять, дракон. Забирал энергию. Третьего глаза, чакры, да? Чакры, да. Давал он ей все, что она хотела. То есть любую информацию, которую она интересовалась, он ей ее предоставлял. Со стороны той, которая ему была выгодна. Со стороны той, которая ему была выгодна. Я вот не понимаю, дракон, как ты мог ее пропустить к нам? Ты же понимаешь, куда она попала? Просчитался? Нет, куратор сильнее есть. То есть его намерения и его энергии и силы. Куратора. Они связаны, да, они связаны с ней. И они связаны одной энергией. Получается, что их двое больше. Все верно, так и есть. Благодарю за эту информацию. Вытаскивай все, что ты оставил, ничего не забывай, возвращайся назад. Он снял. Инсектоид, выходи, вытаскивай свой инкубатор, всю жидкость отсасывай, ничего не забывай, приступай. Желтое тело. Все вытащил. Джин у нас стоит. Джин, выходить не надо, Джин. Вытаскивай всю свою пыль, все свои подключки, приступай. Он ее как в сосуд посадил. Вот эта змея, которая в ногах была, это было топтание на одном месте. Движение она делала, но они к нулю ее приближали. А за что такое массивное воздействие на человека джин? Обычное воздействие джина. Не говори мне об этом. Я видел джинов очень много в этой жизни уже. Поэтому я уже слышал очень много историй. И вот того, что джина любой может обидеть, и до самой гнусной лжи, которую только можно представить себе. Вытаскивай все, что ты оставил, мне я тебе ни слова не верю. Я тебя накажу он сегодня. Он вытянул свою энергию. Хорошо. Демон, выходи. Отключайся, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе, и скажи мне, где находится лярва в ее биополе? Значит, демона носки высокие. Гольфы. Гольфы, да. Снимает в руках у нее энергии демона. Камушки. Как оно воздействовало на нее? Как оно воздействовало, показывает, что она в грусть уходит. В грусть уходит. Понятно. Хорошо. Вытаскивай все, что я оставил, и доложи мне прямо на месте. Но он вытащил, все снял. Хорошо. Разрешаю тебе забрать все лярвы, находясь в ее биополе. Вера, где они находятся? Покажи мне. На спине у нее, на пояснице лярвы. Там она боли должна была ощущать. Он спрашивает, можно ее снять или нет. Я же тебе разрешил забрать все лярвы, находящиеся в ее биополе. Приступай. Готово. Хорошо, все забрали. Переходим к рассинхронизации. Я даю команду. Синхронизация до 100%. Готово. Хорошо. Включай внутренний белосвет Дации. На счет 3 Дации выдавливает из себя все негативные патогены и остаточные энергии, оставшиеся на частотах интерферентов и их подключек. Пошел свет. Выдавливается энергия из нее. Из всех 7 тонких тел формируется перед ней шар. Вышел шар. Большой? Нет, маленький. Там от джина небольшая пыльца есть. Джин, с какой вещью ты попал вообще в ее биополе?
Открывая под шаром портал «Галактическая дрожь», шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Он не хочет отвечать, да? Он думает. Ну, хорошо. Потом я буду думать. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Пошла контрольная проверка. Спрашиваю всех присутствующих, кто находится еще в квартире Даци. Никто. Сегодня у вас есть шанс все забрать и уйти, если кто-то есть. Хорошо, поехали дальше. Итак, проверка закончилась, Вера? Да. Отлично. Все чисто, да? Да. Будем отпускать. Арахноид готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Арахноид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Готов. Синий дракон, ты готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. Он забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Инсектоид готов уходить? Да, готов уходить. Инсектоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Ушел. Джин и демон остались, да? Да. И выходит эмоциональный фантом Даци и проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Вышел фантом. Хорошо, Даци, вы видите, сколько? Опиши его, Вера, какой фантом большой, что там? Он серый. Серый, понятно. Вы готовы с ним расстаться? Да, готов. Сворачивает этот фантом в шар. Демон забираешь? Он ждет его. Отправляю демона. Готово. Демон, тебя джин подставил, так что тут я не собирался. Я просто наказываю тех, кто мимикрирует. Поэтому я поспешил, и я таким образом хотел это компенсировать. Ты остался доволен. Ты готов уходить? Готов. Хорошо, открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон уходит на свою частоту. Закрывай, печатывай, растворяй. Готов. Что мне с тобой делать, преступник? Он говорит, верни мне все. Но почему я тебе должен что-то возвращать? Ты что-то дал мне за это? Или дал какую-то информацию? Ты вообще ничего не сказал. Я у тебя спросил, с какой вещи ты пришел. Ты мне не ответил. Поэтому я намерен это все сжечь. Я тебе даю последний шанс ответить на мои вопросы. Не спрашивай. С какой вещи ты пришел к Даци? Тебя кто-то подкинул или ты сам пришел? Маленькая безделушка, похожая на платок. Когда она тебя приобрела? 1,5 года. Где эта безделушка находится? Сейчас не знаю где. Он показывает, что это не платок, это что-то похожее на флаер. Такой разноцветный квадрат. Флаер? Это совсем другое дело, это же не платок. Потому что слово идет одноразовое, он какой-то... А, понятно. Давали кому-то в руки, да? Да. Всем проходящим. Понятно, значит, она была где-то на какой-то, я не знаю, демонстрации или на чем-то, где раздавали эти флаеры. Я еще первый раз почта слышу. Почта приносит. А, реклама. Типа такого, да? Вместе с газетой. Яркий флаер, он показывает, что он яркий. Понятно, хорошо. И как ты так передаешься с таким флаером? Ты ее выбирал как-то или ты, а вдруг повезет, пошел или как? Выбирал. И ты организовала все, чтобы этот флаер попал к ней, да? Ты меня начнешь он искал, через что можно к ней подобраться, чтобы попасть в руки. Если чуть-чуть частицы на руки попадет, он уже сможет легко подбросить вот змею или сам перейти. Расскажи мне за эту змею. Змея — это для того, чтобы топталась на одном месте. То есть змея ей сдерживает ноги. Это то же самое, что и утяжелителю... Движение есть, а прогресса нет. Понятно. Почему она не смогла тебе противостоять? Она не знала, с кем имеет дело. Тем более движение было. Какое движение? Движение какое-то было, она не стояла. Понятно, хорошо. Ну ладно. Хорошо, Джин. Значит, ты сказал, у тебя в квартире ничего не осталось на твоей чистоте, да? Там, где она живет. Нет. Хорошо, я хочу спросить о твоих намерениях, если я тебя отпущу. Собираешься ли ты еще раз с флаером прийти в биополе Даци? Нет, я буду искать других. Мы просто будем проверять ее. Малейшая жалоба. Кого ты будешь, что? Знающих? Не знающих. Не знающих. Ну, таких...
В этом случае у тебя очень большой выбор. Хорошо, я даю команду все, что было отнято у Джина на его чистоте, все его кольца. Все возвращается к нему. Чалма возвращается полностью. Сосуд возвращается. Готов. Хорошо, Джин. Надеюсь, мы больше не увидимся. Ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина. 1, 2, 3. Джин уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Клетка пустая? Есть еще вот эта змея, которая черной стала. Под змеей открывается портал галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Поехали по частотам. Есть. Хорошо, Датсы, как вы себя чувствуете? Мы закончили вашу чистку. Великолепно чувствую себя. Отлично, хорошо. Сейчас будем переходить к встрече с вашим куратором. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратор или учителя Датсы. Появляется. Ждем. Мужчина. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Датсы. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Карл. Карл. Приветствуем вас. Карель. 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 Карель, вы куратор? Да. Приветствую вас, меня зовут Влад, это Вера, рядом стоит ваша подопечная Датсы. Мы сегодня проводили ее чистку по ее желанию, вытащили все, что ей мешало, и она изъявила желание задать своему куратору 10 вопросов. Я ее куратор. Отлично, у нас 10 вопросов, которые Датсы хотела задать своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Я приветствую всех в этой комнате. Я благодарю тебя за то, что ты называешь ее полным именем. Продолжай, пожалуйста, так. Я хочу представиться. Мы созвездия Лиры, лирианцы. Приветствую вас. Приветствуем представителя созвездия Лир в нашей комнате диагностики. Рада находиться здесь и благодарим за помощь. Нашим душам. Это наша работа. Вера, я не понял, это женское имя сейчас или мужское? Мужчина. Ну же, ты сказала в женском роде, ответила, как бы я поэтому не понял. Передо мной все-таки мужчина, значит, Карель. Благодарю вас за эти теплые слова. Он говорит во множественном числе. А, понятно, все понял. Хорошо, благодарю вас за это разъяснение. Мы очень рады, что вы нашли возможность достучаться до своей подопечной. Итак, я начинаю. Если позволите, я начну со вступления, которое написала она нам, и после этого сразу перехожу к первому вопросу. Итак, я много лет, почти всю жизнь искала ответы на свои вопросы, копалась везде, книги, семинары, школы и так далее. Искала свой духовный путь. Работа с собой никогда не заканчивалась. А теперь ситуация такая, я нахожусь на точке ноль, точке своей жизни. Земля, как материальный мир – но я совсем не понимаю, как я попала в ситуацию, где надо строить все заново. Умная, всегда могла, как умела, на тот момент справляться с ситуацией. Так она пишет. А теперь, как в темноте, не могу найти выход. А желание поднять себя большое. Продолжаю и буду продолжать работать над собой. А в материальной жизни отсутствует благосостояние, семейные отношения, жилье и теперь даже доход денег. Благодарю вас за красивую работу. И переходим к вопросам к куратору. Здравствуй, мой дорогой куратор. Мой первый вопрос. С какой я галактики, какое место моя душа может назвать домом? Я благодарю за это вступление. Как я уже сказал, это созвездие Лира. Мы лирианцы. Благодарю вас. У нас первый раз представитель созвездия Лир. Нам очень приятно, что вы услышали о нас. Второй вопрос. Сколько земных лет моей душе?
А я лишь хочу добавить, лирианцы очень известная цивилизация, стоит наравне с арктурианцами, плеядианцами и другими развитыми цивилизациями. Их очень много на Земле. Это космические души. Ищут свой путь развития, именно поэтому ты очень много уделяешь внимания поиску информации. Благодарю. Это как раз, видимо, ответ был на ее вступление. Благодарю вас. Итак, второй вопрос. Сколько земных лет моей душе? 37 тысяч. Благодарю вас. Третий вопрос. На каком уровне мое высшее я находится? На 12-м. 12-й уровень. Четвертый вопрос. На что или на кого мне надо особенно обратить внимание, чтобы я легко могла развиваться, дать благо этому миру и получить удачу. Вы лучше знаете то, что она имела в виду. Тебе нужно обратить внимание на себя и на свой стержень. То есть взглянуть вглубь себя. Там есть все ответы, в том числе на этот вопрос. На Земле это называется чувствовать сердцем. Развивайся, как развивалась, ищи и анализируй, а сердце тебе подскажет, с кем и чем лучше прогрессировать и развиваться. Теперь я закончу. Благодарю вас, уважаемый Карель. Я перехожу, с вашего позволения, к следующему вопросу. Шестой вопрос. Какие действия мне надо предпринять, чтобы я сняла все свои блоки в материальном изобилии? Мне трудно отвечать на вопросы по материальному изобилию. Я лишь хочу сказать, что когда есть внутри гармония и правильность действий, материальное не замедлит себя ждать. Твой индикатор внутри тебя, как я уже сказала, это твоя душа, как лакмусовая бумажка. Она сразу даст ответ на любую информацию. Благодарю вас, уважаемый Карель. Вы закончили? Да. Я тогда, с вашего позволения, иду дальше. Седьмой вопрос. Какой самый лучший способ использовать свой дар? Вопросительный знак, и потом она пишет слово «яснослышание». Много разных способов использовать свой дар. Для начала нужно убедиться, что твой дар, он чист, и полученная информация, получаемая, тоже чиста. Понимая это и развиваясь, ты найдешь правильное применение своему дару. Мало того, ты разовьешь другие дары, как яснознание и со временем ясновидение, если будешь развиваться. Это все, что хранит в себе твоя генетическая память и часть души. Все космические души общаются телепатически. Здесь нет ничего сверхвозможного. Поэтому ты легко переходишь на такое общение с учетом того, что ты развиваешься. Благодарю и вас за этот ответ, уважаемый Карель. Вы закончили, я могу проходить дальше? Да. В каком месте, регион или страна я могу развиваться самым лучшим образом? Здесь, на Земле. В любом регионе, где есть природа, не затронутая человеком. Я имел в виду деревья, которые скрывают и обеззараживают от лучей и вредных излучений. И если есть такое место, это будет благоприятно влиять на твою чистоту. Я закончил на том, что это будет незагрязненная чистота. Я имел в виду чистота волн и принятие информации. Я закончил. Благодарю вас. Я перехожу к следующему вопросу. Девятый. Какие мои программы или блоки мешают мне выходить на новый уровень? Ты очень часто повторяешь слово «блоки», этим самым ставя сама себе их. У тебя нет блоков. Все твои энергии текут размеренно и гармонично. Прочувствовать это, ты поймешь, что твоя жизнь так же, как река, может быть размеренна и гармонична. Не надо ставить самой себе блоки. Отличный ответ. Мы манифестируем иногда то, что мы говорим. Я благодарю вас. Я могу закончить десятым вопросом, с вашего разрешения?
Да. Какую важную информацию вы хотели бы передать мне? Или на что надо обязательно мне обратить внимание или узнать дополнительно? Очень важную информацию ты уже сама озвучила. Ты стоишь на точке ноль, и это прекрасно. У тебя впереди целая жизнь, и двери открыты в любом направлении. Тебе лишь нужно, как я уже сказал, прочувствовать сердцем и выбрать то, что тебе интересно. Сгармонизировать свое намерение, укрепить его и идти этим путем. Точно знаю, что ты делаешь, принесет в твою жизнь все остальные позитивные аспекты, которые ты упомянула выше. Мы закончили? Да. Я благодарю вас, уважаемый Карель, за эту информацию, за эти ответы. Если вы хотите ей активировать ее стержень, это был бы самый лучший момент. Или добавить от себя что-то. Ее стержень активирован, как я уже сказала, это размерная, гармоничная энергия, гибкая и прочная. А цвет ее какой? Голубоватый. Голубоватый цвет. Благодарю вас, уважаемый Карель. Мы первый раз просто встречаемся со созвездием Лиры. Это теплый позитивный цвет. Теплый позитивный цвет. Понятно. Так она может просто себе это легче визуализировать, поэтому я спросил такой наводящий вопрос. Пожалуйста, такой цвет отдает камень, кристалл. Кристалл. Да, такой цвет голубой отдает кристалл. Это нежный такой светло-голубой цвет, я да. вижу сейчас, да. Очень мягкий, игра очень цвета. Приятный. Очень красиво. Уважаемый Карель, мы закончили, вопросов у нас больше нет. У нас есть, однако же, очень добрая традиция в этой комнате диагностики, которую в созвездии Лиры еще не знают, но зато знают пледианцы, арктурианцы и все остальные, которые у нас были в этой комнате диагностики. Было очень много здесь кураторов. Позвольте вам преподнести наш традиционный подарок. Верочка, в твоих руках появляется наша традиционная корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми, сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Я прошу, спрашиваю разрешение уважаемого Кареля, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок. Это единственный чистый, более-менее экологический продукт на нашей земле, который мы еще можем преподнести как подарок. Все цивилизации с удовольствием берут это. Мне трудно перестраиваться на земные похвалы, поэтому я показываю свои энергии, как я благодарен, и как моя голубая энергия насыщается и начинает приветствовать вас, балансируя снизу вверх. Благодарю вас за этот подарок. А мы чувствуем ваши вибрации, уважаемый Карель. Я благодарю вас за то, что вы приняли этот скромный подарок, за то, что вы ответили на вопросы вашей подопечной. Я имею такую привычку не прощаться. Я говорю «до скорых встреч». Возможно, Даци хочет еще встретиться со своим высшим «Я». В таком случае мы всегда обязательно приглашаем куратора, и он нас сопровождает, если он согласен. И еще я прошу передать в созвездие Лир от нас привет с Верой. Мы всегда рады всем, до кого вы достучитесь, приводите своих подопечных. Это наша работа. Кому можем, те, кто готовы, мы откроем эту дверь, а дальше им придется идти самим. Благодарю за это приглашение. Я с удовольствием принимаю ваши слова и буду рад отправлять других кураторов для работы с вами. Благодарим вас. На этом месте примите нашу искреннюю благодарность от Даци до Веры и от меня. И я говорю до скорых встреч. Желаю вам всего наилучшего. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Даци, как вы себя чувствуете? Как? Великолепно. Как вам встреча? Вы все поняли? Слова куратора, все до вас дошло? Какие-то вопросы есть? Когда я составляла эти вопросы, это было земные чувства. Сейчас же, когда я знаю, кто я чувствую душой эти ответы. Это огромная разница. Я благодарю вас за эту встречу. А мы очень рады, что мы смогли вам открыть эту дверь и показать
что все вы правильно делали и шли в правильном направлении. А точка ноль – это замечательное место, с которого можно начать новую жизнь, точно так, как и сказал ваш куратор. Это отличная возможность. Мы желаем вам всего наилучшего и будем возвращать сейчас вас назад в вашу систему биоробот-душа для того, чтобы все эти энергии укрепились на физическом плане. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию дации в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Да, я здесь.